Всем... А вот ничего не буду говорить. Просто привет. Телеграм-канал наш вот здесь. Спасибо за подписку на канал. Сегодня вот сказали, смотрю тебя месяц, только подписался. И на том спасибо. Спасибо. Ну спасибо, ладно, хуй с тобой. Давай так, чуть-чуть вот если испугаешься, то подпишешься. А еще лучше сразу. А еще лучше... Ой, клянчить, блядь. 10 самых страшных видео в мире. Новая подборка. Ну, что я тебе могу сказать? Во-первых, я тебе скажу, в этом видеоролике, кто его внимательно посмотрит, будет очень много вкусняшек от наших партнеров CSGO. Да. Будет промак на доллар и в описании еще на 0.5. Ну, кто успеет, тот заберет. Так что быстро вот так вот проматываешь ролик, ищешь там, где промак, если ты, конечно, его видишь, и по ссылочке внизу в описании залетаешь. Это тебе просто подгончик за то, что меня смотришь. Я же не только о себе думаю, я же еще о тебе думаю, мой хороший. Это без всяких там пополнений. Это вот эксклюзив для тебя. Долго очень, кстати, выбивал. Поехали. Если хочешь так же, то переходи по ссылке ниже на CSGO Run. О, пожалуйста. А я почти не испугался. Дурак неумный, блядь. Ужасающие явления начали происходить с их домом. Необычность заключается в том, что дом этот кукольный. Ёпта. Вы такого еще не видели. Кого-то мне вот так зомби-чес напоминает. Никого он вам не напоминает? А я вот сразу узнал. Шурик, ну конечно, из советских фильмов. Шурик, помните? Надо, Федя. Надо. Мама. Ты посмотри, насколько похож. Чего нет-то? Что-то есть. Шурик светлый был, ну что, давай сейчас за что? Светлый, давай покрасим. Немножечко что-то есть. В видео автор по имени Дэниел, который счастливо живет со своей матерью в трехэтажном доме, наполнен... Вот он, мой хороший. Вы знаете, давайте так, у меня есть один друг в интернете, лучший. Вот он тоже счастливо живет, да, в 30. У-пу-пу-пу. Так, я все свалю, да, на вас. Потому что там уже все доложили. Да, счастливо живет, говорит, с мамой в 30 лет. А там и 40, а там и... Я ничего против не имею, сразу говорю, ну как бы, ну. Вот если бы он жил не со своей мамой... Тогда бы мы это одобрили, конечно. Выполнено множеством антиквариатом и другими безделушками, которые довольно жуткие, мягко говоря. От дорогих артефактов, купленных за границей, до небольших предметов коллекционирования, которые невозможно найти больше нигде. Мама Дэниела собирала множество древностей с тех пор, как она была ребенком. Однако, из всех предметов в этом доме, два особенно пугают... Максим Галкин тоже любитель пособирать древности. Его больше всего. Особенно его пугает больше всего фарфоровая кукла, которая стоит у главного входа в дом, и кукольный домик, который по какой-то причине заставляет его чувствовать себя очень неловко. Кукольный домик, по словам Дэниела, делает что-то очень странное. Вот видео, где он говорит об этом. I don't know how to explain it. The only thing I can say that has happened with it is sometimes when I walk by, or like I go, the bathroom's back there, and I walk through, and I hear like tapping coming from this room. Sure. Like, it's like, yeah, it's like, you know, like the tapping kept happening, and I came over and I was trying to figure out like where it was coming from, but it was coming from this dollhouse, and I don't know where. And it hasn't done it since. Дэниел думает, что стук, исходящий изнутри кукольного домика, который расположен в комнате, в которой раньше жила сестра, он решил разобраться в странном происходящем. Вот есть особый тип людей, которые всякую херню несут в дом. Вот недавно показывали, там квартиру МЧСники открывают, а там бабуля жила, там Стасики эти тараканы, сплинтеры, мышки бегали по всем девяти этажам. Открыли, а она все с помойки тащит, всю херню. Короче, у нее
не дом, понял, а как это, как пещера. Я уберу все с ума, дайте иди-ка, время. Иди-ка отсюда, иди. Нельзя иди, что ли не убрать? Уже нельзя. Пенсионерку и ее сына принудительно выселяют из однокомнатной квартиры в центре Перми. Основание – задолженность за коммунальные услуги в размере 150 000 рублей. Ее знаешь, сколько там искали? Там как в этот, они в пещеру лезут. Там, короче, прям такое, как дупло, понял, прорыто. На все комнаты туннели свои ведут. А як пахнет, бедные соседи, вот это да. Явлений и установил камеры наблюдения напротив этого домика. Нужно понять, что издает этот загадочный стук. Однажды, проходя мимо комнаты, это происходит поздно ночью. Дэниел запечатлел это. А Дэниел не знает то, что можно камеру поставить за 400 рублей деревянных и посмотреть, что там творится. Или эту, как ее, няню. Эту, круто, няня, как она называется-то, блять? Ну, няня, короче. Надо было эффект неожиданности. Резко открываешь дверь и такой... И все, и все обосрались. Да открывай ты резко. Будь мужиком. Свет горит. С разбегу взял, с коридора разбежался, на кровать, как на батуте, прыгнул, как с двух ног в этот дом залетел, блядь. Все, больше ничего не гремит. Блядь, стучит. Алло. Такое? Да, бля, хорош! Да прекрати, ёпта! Думал заяц. Это помнишь, слышь? Как тот самый сосед, который, блядь, у меня такое ощущение, он ремонт делает всю свою жизнь. Ты уезжаешь из квартиры, он за тобой. Ты уезжаешь еще куда-то, он опять за тобой. Понимаешь, что это? Вот этот человек-дрель, блядь, который он ремонт всегда делает. Он всегда по кругу, у него цикл идет, понимаешь? То есть он сделал ремонт, такой посидел 5 минут, думает, блядь, нет, надо еще раз переделать. С квартиры на квартиру переезжаешь из города в город, а он за тобой ездит. Если же за, напиши в комментариях, как часто это такое было. Как стук говорит в дверь. Hello. Таинственный источник постукивания нигде не найти. Стуки ведет. Якобы в мини-дверь является загадкой. Дэниел так и не может понять, откуда доносится стук. Да выкинь ты все говно, которое мать, блядь, скупает на этом. Прекратите тратить деньги на всякую херню. Какие-то дома, блядь, из которых стуки идут, еще что-то. Выкинь, возьми, ёпта, разожги костер, сожги это все к ебаной матери, пока она в магазин ушла. Все, ничего нигде у тебя стучать не будет. Подумаешь, потом тоже сам на улицу пойдешь, ну что теперь-то? Он продолжает записывать кукольный домик. Кукольный Только домик. Через день происходит что-то, что пробирает Дэниела до глубины что? Души. Смотрите. Ты кого хочешь наебать? Так это обычная мультипликация. Чё это такое? Это мультипликация. Здесь даже видно анимация, ёпта. Это когда передвигают и анимируют. О боже, Дэниел. Ой,
Миниатюрные фигуры двигаются сами по себе, как будто кто-то или что-то играло с ними. По понятным причинам у Дэниела не было слов, когда он увидел это. Конечно, не было слов. Он начал предполагать, что это его мать принесла призрачный или проклятый предмет в дом. Позже, две ночи спустя, что-то происходит, что побуждает его поделиться следующими кадрами. Пол третьего утра, когда было заснято это. Я не буду говорить, я скажу, как можно на стриме сказать, просто забанят. Есть такая штучка, вот с кулак человеческий. Так вот берешь, не буду говорить, как там, раз, вот так вот, такую, тоненькую такую, сверху, на дверью вешаешь, чтобы особо не видно было, и лесочку, да, такую, знаете, веревочку тоненькую, да, и... Да, и говоришь, войдите! Да, у тебя она крест-накрест вот так вот протянута. Одна в левом нижнем, а вторая в правом верхнем. Поражающие вот эти вот такие квадратики летят там на 50 метров. И все хорошо сразу. А говоришь, войдите! Открыто! Только писюны по стенам везде висят. Кого больше нет, никто не стучит, всем хорошо, ни двери, ничего. Дверь новую поставил, все, штукатуркой везде все это, шпаклевкой замазал. Все. Все хорошо, и стук прошел, и соседи все уехали. Ну а нахера такой сосед, дурак? Вот он, дурачок. Алло. И вот он стоит, ну ты посмотри на него, посмотри. Ну это ж неадекват. Алло. А мать где? Мать где? В канаве. У меня один вопрос. Мать где? Он с матерью живет. Где мать? А? Да, еще лучше, чтобы не кричать, а сразу прийти на звук. Дощечку одну вот эту, доску вот эту, которую у тебя вот у него, видишь, вот здесь. Да. Одну берешь, приподнимаешь ее слегка на ночь. И туда, да, подкладываешь тоже такой кругляшочек небольшой, лепесточек называется, да. Туда подкладываешь, вот, ты так, знаешь, ее листочками так аккуратненько, такой, типа, это, ну, осень наступила, хотя какая осень, если еще только март месяц, да, неважно. Вот, и кустик там травочку посадил, да, одуванчики там растут, да, вот. И просто потом надо будет на звук спуститься вниз, и все. Откуда это знаешь? Да в интернетах там насмотрелся. Главное двери открывать. Звук стука слышен в дверь, но странно, что кадры снаружи не показывают никого у входа, кто или даже что стучало в дверь. Самое странное, что такое же количество стуков было и в миниатюрной двери кукольного домика. Опять это. Смотрит этот любимые телеканалы с надрочкой. Ей вообще плевать до стуков, вот, пожалуйста. Вот уже несколько месяцев... С канистрой забегаешь вот так вот все, как в чудаках, блядь, обливаешь все. Дом застраховал за сутки перед этим. Короткое замыкание. Герой этих историй публикует тревожные клипы, от которых у всех мурашки по коже. В течение этого времени домовладелец испытывал то, что кажется остаточным привидением. Ну что там? Он слышал странные звуки, видел тени и даже видел предметы, движущиеся по всему дому. Эти действия стали настолько частыми, что ему удалось заснять некоторые из них на камеру. Смотрим. Okay.
you are, you gotta go. Yeah, that's... Yeah, I don't like that. I don't like that at all. Во втором клипе кажется, что дверь в подвал открывается сама по себе. Stop. Hey, buddy. I got too much going on. You gotta cut it out. После установки камеры на скамейку... You gotta cut it out. Давай поиграем! Догони меня! После установки камеры на скамейку было запечатлено боль... Ночью лежишь, а я знаю, что ты дрочишь. Не дрочишь, дрочишь, сука. Плохое привидение. Более странное действие. А вот здесь вот у меня уже есть вопросы. Здесь либо чувак прошаренный и очень хорошая постанова, потому что собачка начала напрягаться очень сильно. Выпустить детей из подвала изверг. Либо кто-то ее за кадром надрачивает. Но что-то слишком... Не понимаю я поведение собаки. Это очень странно. Чего, блять? После установки камеры на скамейку было запечатлено более странное действие. Если мы посмотрим и увеличим масштаб, то действительно увидим тень, движущуюся по лестнице. Что думаете об этих происшествиях? Видимо, автору видео уже надоели проделки призрака, и он даже его особо не боится. Я вот знаете, о чем подумал? Ну, конечно, 99% это постанова. Представляешь, если это на самом деле? Ну вот если. Представляешь, блять, ты вот к такому человеку в гости придешь. Новость месяца. Канадка случайно засняла полностью голых ведьм, поедающих оленя. В ужасающем инциденте, который мог бы состязаться со сценами из фильмов ужасов о каннибалах, любительница Браво. Природы из Канады испытала шок после того, как стала свидетельницей того, как две... Но зачем блюрить? Это же... Это как бы... Документально осуждаем. Обнаженные ведьмы, по-видимому, участвовали в макабреском пире на трупе мертвого оленя. Полная информация о произошедшем и посмотреть без блюра кадры этих голых ведьм, поедающих мертвого оленя, можно в нашем телеграм... Сейчас, одну секунду. Значит так, пока вы смотрите кадры голых ведьм в канале Учизой, да? Да, вот в нашем телеграм-канале, да, я думаю, можно будет посмотреть даже видео. Хотите с двумя, хотите с тремя голыми ведьмами там. Я подумаю, да, как выложить, да. Чтобы, главное, не забанили. Но я подумаю. Дем говорит, всей семьей. Правильная семья. Записано отцом, который поймал что-то довольно жуткое, наблюдая за своим сыном. В этом видео отец мальчика по имени Рики, и это произошло днем, когда он заснял эти кадры. Как еще раз? А, Рики? Со слов Рики, он проходил мимо комнаты своего сына, когда услышал, как тот разговаривает сам с собой. Он говорит себе под нос, бормочет что-то, чего Рики не мог понять, пока внимательно не прислушался. Хотя это звучало как полная тарабарщина, его речь была похожа на речь кого-то, разговаривающего с другим человеком, как будто кто-то еще был там с ним. Само собой разумеется. Вообще, вы знаете, ко мне когда первый раз самый, я когда только начинал стримить, из квартиры же я начинал стримить, да? Ко мне когда самый первый раз, первый, по-моему, и третий раз, когда пришли наряд полиции, а выяснить, что происходит и почему человек разговаривает по 9 часов, сам с собой смеется, разговаривает, то есть, ну, соседка дура вызвала, и она говорит, лучше бы наркоманы бы жили за стенкой, они хотя бы, говорит, удолбились и все, и валяются все, мультики смотрят, вот. А у нас, говорит, пациент, он постоянно разговаривает, то есть он постоянно
постоянно, представляешь, вот, ну, представляешь, как со стороны смотрится стример. Это же человек, который постоянно разговаривает. Он смеется сам с собой, он что-то орет, что-то визжит. Его же никто не слышит. Вы меня слышите и видите, что происходит. А люди вокруг, они никто не слышит и не видит. Поэтому я стримлю в студии. Вот, потому что, да, мне очень женщину стало жалко через 3 года. Я решил переехать. Вот, она просто по-человечески попросила и говорит, я тебя очень прошу. Говорит, давайте я буду снимать студию. Говорит, уедь, пожалуйста. Христом Богом, говорит, я тебя прошу. Прошу, уедь. Не... дай мне, говорит, жить спокойно. Ну, я не мог отказать женщине, еще красивой, тем, такая, как я люблю, 50 там. Сочная. Вот, и, короче, вот так вот, да. Это что видео, которое снял Рики, невероятно жуткое. Смотрим. Эллиот, как ты делаешь? О, это круто. Что это? Что это в углу? Это мой чай. Почему ты нарисовал это? О, really? What does he do? He leaves me out tonight. Why? Because he does this. Oh, really? Yeah. But no, often do it in the rain. Okay. Ну, на вид сколько здесь пацаненку лет? До 3, наверное, где-то. Может и правду, но не 7. Прекратите, какой 7? Я думаю, где-то, может быть, он реально что-то видит. Без шуток. Вот эти вот могут, да, что-то видеть. Они просто молчат, не говорят. Смотреть, как... Разговаривать нормально 5 лет. Ну и что, в 2,5 я видел, кто так же разговаривает, дети. Ребенок ведет себя странно, уже достаточно жутко, но после... Ну, что-то слишком... Что-то... Что думаете? Что-то слишком он это... Отцу похуй, он спокойно отреагировал, а по-другому нельзя реагировать. Он, наоборот, спокойно разговаривает, он все правильно делает, он пытается понять, что происходит. Он показывает отцу этот портрет кого-то, кого он видит постоянно. Кажется, предполагаемый человек висит на петле, обернутый вокруг шеи. Рики направляет камеру на так называемого повешенного человека, которого, очевидно, видит его сын. Но... Ну, детскую фантазию, да, никто не отменял. Может быть, где-то этот, где-то... Не знаю. Но тут спорно. Никого нет, или так кажется. Ну, может Ребенок Рики, может. Видимо, убежден в том, что повешенный реален, но по какой-то причине ему не разрешено говорить о нем. Камера напротив ребенка. Кажется, он разговаривает с кем-то, когда из ниоткуда его кто-то дергает за ноги. Мальчик испугался. Блять, а чё камеру поставить нельзя по-другому? Человечью камеру нельзя было поставить целиком на всю кровать? И побежал к родителям. Что думаете об этой... Ну, вот здесь у меня вот тут ощущение, что это реально актерские актеры, потому что, ну, естественно, если бы ты камеру наблюдения ставил, блядь, я поставил бы, чтобы захватывало все, что рядом с кроватью. Страшные истории. Пишите ваши предположения. Ну да, и естественно, здесь вот ребенок отреагировал, да, типа, знаешь, такой. Мнение в комментариях под видео. В данном думаю, видео группа старых друзей собирается вместе для репетиции песни. Человек, записывающий панорамирование по комнате, показывает эту гармоничную церемонию. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари-на-хари-на-ри-на. Думая, что этот вечер закончится хорошо, но мало ли они знали, что во время этого собрания произойдет что-то, что будет преследовать Поехали. Их всегда. Обратите пристальное внимание, поскольку никто этого не заметил, пока не присмотрелся. Чего там? Смотрим. Смотрим. Я ж говорил, блядь, пошла старая добрая ебатория. Помнишь, раньше по квартирам ходили? Ой, бля. Я говорю, конечно, верю. Естественно. Да, если что, это никакого отношения к вере не имеет. Я говорю сейчас сугубо за мошенников, которые пытаются, ну... Помните, по квартирам ходили, вот это вот начинается, которые, да-да-да. Вы верите? Естественно. Ну тогда вам обязательно надо с нами поговорить. Блядь, что там было? Когда камера перемещается в коридор, можно увидеть тень, похожую на фигуру, чащуюся по залу на большой скорости, превышающую человеческие возможности. Превышающую скорость, блядь, перемещение по дому.
Его быстрое движение и темный вид было... А камера какая? Достаточно, чтобы оставить старых друзей в взволнованном состоянии. Как думаете, кем или чем могла являться эта темная сущность? Очередной любопытный фрагмент из ночной жизни дома был опубликован в сети и вызвал настоящий ажиотаж. Рано утром домовладелец проснулся и обнаружил, что в его столовой произошло что-то весьма тревожное. Твою мать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 15 стульев. Он быстро проверил свои домашние камеры видеонаблюдения прошлой ночью и вот что увидел. Уже чуть больше 4 утра, когда внезапно из ниоткуда в обеденном зале взрывается сам по себе стол. Хотя эти кадры сами по себе достаточно странные, небольшая деталь сбивает с толку и интригует. Непосредственно перед тем, как стол взрывается, вы можете увидеть что-то похожее на шар света, который появляется и исчезает из поля зрения. Похоже, это заставляет стол взорваться. Некоторые считают, что это призрачная сфера. Что это за херня? Которую можно увидеть редко на фотографиях или видео. Это якобы проблески сверхъестественного мира. Стали устрашающе сверхъестественными. Данное событие было заснято на камеру... Жук, наверное, майский, да, пролетел. ...камеру видеонаблюдения. В этом офисном здании произошла серия необъяснимых инцидентов. Посмотрите, что засняли камеры. Предметы в комнате начинают двигаться как бы сами по себе. В конечном итоге этого становится слишком много для случайности, и офисный работник... У меня теперь еще больше вопросов и очень мало ответов. ...убегает оттуда. На этом жуткие события не заканчиваются. Да, и сидит смотрит, конечно, блядь. Угу. Да. Да. Да, конечно, да. В окне в задней части комнаты можно увидеть темную фигуру. Так, все-таки это реально происходит что-то сверхъестественное, или его разыгрывают коллеги? 24 мая 2023 года около 20:00 радионяня записала что-то довольно жуткое. Видео было опубликовано матерью девочки. Блять, девочка, вот это жуткое! Которая беспокоится о безопасности своей дочери, так как что-то очень странное было снято в спальне ребенка. Видео начинается в спальне ребенка, которая тупо смотрит в окно, которое находится за камерой. Неизвестно. Не пробовали занавесками окно закрыть, чтобы ребенку не было страшно. Знаю, что именно она там видит, но что бы это ни было, кажется, что все ее внимание полностью сосредоточено на... Ну или там ребенка вместе с собой положить, нет? На нем. Она продолжает смотреть в это окно, как вдруг камера улавливает движение внутри комнаты. Но как мы видим, на кадрах никого нет. Смотрите, что будет дальше. Плюс 8, сучара. Ёб твою мать, девочка дернулась. Мать, ты хоть, блядь, хоть, ты чё-то совсем конченая, что ли? У тебя, блядь, ребенок разговаривать начнет в 20 лет. Ты чё делаешь-то? Сука, ты хотя бы можешь, я не знаю, блядь, ногами пошоркать в коридоре? Девчонка дернулась так, что, я не знаю, она, блядь, дар речи у тебя потеряет. Хер с этой херней, которая там летает, ты чё делаешь? Страшная. Is there a cat in here? No. Oh, sorry. Love you, Nana. Are you okay? No, it's okay. I was just checking on you. Good night. I love you. It's scary. Huh? It's scary. Huh? It's a monster. It's pretty scary. Возьми ребенка с собой, иродивая, ты что делаешь, блядь? Возьми, она тебе говорит, там, блядь, за окном бабайка, ёпта, с болтом 30-сантиметровым, забери ребенка к себе, блядь. Возьми, отвлеки чем-нибудь, ты что, дверью скрипишь, ходишь по всей хате, блядь. Алло.
Увидев странную кошачью фигуру на радио няни, мать вырывается в комнату и спрашивает у дочки... Смотри, девчонка дернулась! Посмотри! Нет ли тут кошки? Девочка говорит нет, но говорит, что она боится монстра за окном. Этот короткий... Я не удивился, если бы даже сказала... Там дядя, говорит, за окном стоит, он меня очень пугает. Да нет, доченька, это что-то, блядь, тебе показалось. Ты что, совсем конченая? Пугающий клип набирает огромную популярность. Все пытаются понять, что это за инопланетный силуэт стоит посреди дороги. Вряд ли это грим. Просто смотрите. Так. Блять, я бы его на камрюхе сбил, даже не раздумывая. Вообще не раздумывая. Подушку бы вставил, что там, фара, капот, да и хуй с ним. Вообще просто бум. Дальше поехали. Вообще не задумываясь бы даже. Снес бы просто его, только газу бы поддал и все. Как видите, посреди дороги стоит какая-то фигура, пытающаяся отвести встречную машину в другую сторону. Фигура выглядит бледной и худой, с длинными руками и странной формой головы. Что бы это ни было, оно не похоже на человека. Что думаете об этом? Пишите предположение. Я думаю, что это вообще, блядь, какой-то чисто тиктокер, понял? 2K4 год. Не в комментариях. Все, наверное, согласятся, что быть охранником в магазине одежды – скучная работа. Работа для рабов, ёпта, как говорил мой один, да, подписчик. А до сих пор сеть не работает, дурак неумный. Деньги собирает там, не знаю, на какую-то поездку, еще на что-то. Так что работа любая уважаемая, на самом деле. Главное, дом не сидеть, да. Такая работа вряд ли приведет к чему-то страшному. Но это не так. Смотрите. Эти кадры были сняты с камеры видеонаблюдения, которая установлена высоко под потолком в магазине одежды. С самого начала кадров мы видим, как охранник сгорбился в кресле в углу магазина. О, типичная работа. Поехали. Ясно, что этот человек должен был присматривать за закрытым магазином. Кажется, он уснул. Он даже не подозревает, что его ждет. Как видите, охранника что-то невидимое тащит по полу за ногу. Ему удается вырваться и отползти обратно к своему стулу, но тут... Ну вы представляете, если бы на самом деле вот такое случилось? Человек бы, блядь, бежал, он бы через стену бы вышел. Сразу, автоматически. Тот, кто нападает на... Даже если с просони. ...него хватает его вновь и снова начинает тянуть по полу. Что думаете? Я думаю, что очень страшное кино, помните? С клоуном. Я тоже знаю одну игру. Вокруг шеи. Обматывается просто. Да, зачем веревки к ногам привязал? Дурак, блядь, неумный. Что за народ, а? Данное видео вызвало невероятное переживание и ужас у всего интернета. Этот жуткий фрагмент видеозаписи домашней безопасности, снято в спальне ребенка, по-видимому, показывает необъяснимое событие. Отец девочки рассказал, что его дочь постоянно жаловалась на монстра, живущего в шкафу. Девочка утверждала, что монстр плохой. Смотрите. Да зачем мне с двери показывать, да? Дверца шкафа распахивается, казалось бы, сама по себе. Камера была активирована из-за обнаружения движения в комнате. Мне вообще похер, я сплю так, что мне вообще плевать, кто там ходит, лазит. Мне такое ощущение, мне иногда кто-то по кровати лазит. Я просто взял, обернулся и все, блядь, одеялкой укрылся и вообще без разницы, да. Что делает инцидент еще более загадочным. Есть ли логичное объяснение, почему дверь шкафа у девочки в комнате сама по себе открылась? Какое логическое объяснение? То, что не с комнаты, не с двери. Если вы досмотрели до этого момента, значит, вам понравилось видео. Мне понравилось одно. Один сюжет, огромное спасибо Чезу за это. Вот тот вот, да, вот тот чувачок, который на уверенности, да, ходил. Мне вот очень оно понравилось, потому что если это правда, конечно, маленькая вероятность, то, что это правда.
точнее, вообще ничтожная. Но если это правда, то это я не знаю. Это, блядь, добрый вечер. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, расскажите про ваши страшные истории, которые происходили. Я вам уже свою рассказывал. Да.